Югорчане пополняют армию добра. В Ханты-Мансийске проходит курс обучения для инструкторов программы терапевтического спорта «Лыжи мечты ролики». На обучение съехались тренеры со всего округа. Напомню, проект помогает детям с самыми разными диагнозами укрепить здоровье и наладить общение с окружающими. Тему продолжит Милана Поварнецина. Давай, передвигай. Ножку рядом, и все. При взгляде на Романа и не скажешь, что он еще только учится. Опыт у кагалымчанина и правда есть. Он тренер по лыжным гонкам. У обычных детей. К особенным нужен совсем другой подход. Но желание им помогать огромное. Они более, как-то мне кажется, по моему мнению, более старательные, чем простые дети. Простые дети ходят, и они ходят и ходят. У них нету впереди чего-то, к чему стремиться. А у этих детей как понаправлено, что ли. Они получают больше эмоций, больше всего... чему можно новому научиться. Больше желаний. Больше желаний у них, да. И вот Роман на курсах в рамках проекта «Лыжи мечты. Ролики». А вместе с ним армию добра пополнили еще 7 энтузиастов из Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска и Октябрьского района. Сначала была теория, теперь у будущих инструкторов практика. Они знакомятся с детьми и родителями, составляют программу занятий. Курирует югорчан шеф-тренер из Москвы. На все про все 6 дней. А дальше набираться опыта и развивать адаптивный спорт в родных городах. Мне очень радостно, что Югра так активно развивает адаптивный спорт и спорт вообще, и что теперь у них будут заниматься и такие особенные дети на роликах, и так много инструкторов хотят этим заниматься, это просто прекрасно. В программе «Лыжи мечты. Ролики» участвуют более 50 маленьких югорчан. С каждым тренеры работают индивидуально. Без слез и падений не обходится, но взамен дети получают гораздо больше. Ярких эмоций ждет и Костя. Завтра первые шаги они будут делать вместе. Мальчик на роликах, инструктор в работе. Очень рада была, что в нашем городе, в нашем округе такая программа появилась. Ну, это, во-первых, и социальная адаптация для моего ребенка, ну, не только для меня, для всех детей, можно сказать. Ну и реабилитационные мероприятия тоже помогают где-то улучшать физическое состояние ребенка. Для нас это, допустим, улучшение биомеханики, шага где-то, вертикализация то же самое. Трудиться хорошо, тренироваться и набрать скорость и первое место занять. Приехать к победе реально, как показывают примеры многих особенных югорчан. Главное, чтобы было кому им помогать, а силы воли детям не занимать. Милана Поварницына, Александр Шулдиков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.